чорні, то торні, а з килер. А ми іра, з тебе стай не мав. Він мій отром, це не було відіт, не було мін відіт. Все равно оленей-то надо смотреть. Они же убегут, на одном месте не живут. Я вижу, что бара мод парка поискала из вокруг места. Ну, Коля, съем. Ну, это ёлки, ну, ёлки. 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 Ну, а пьяные только как на гатра, куем с на гатр тем. Тогда уже ты моне. Кому он? Кому он? Кому он? Кому он? А мы яр? Или мы там волан? А даска к волам? Даска к волне на волан с атлану вам. Хоть гатра си на атлану вам. Мне даже сука дянцы тянок мед. Мне съезда и любита. А медлане не ме сети отлане овим да мне муна нас дай колями. Бишта бура оли ми се ся. Кымын лучка да внук да. Лучка от кымын. А мне гит от кымын, нагад бит кымын. Куем. Лабы куем. Куем, куем.
праздник у нас, мужчины едут. Скоро будем кослать обратно. У них не такие условия, как здесь. У них, конечно, мужчины сами варят, им тяжело, им надо оленей пасти, варить. А сюда приезжают, мы за ними, конечно, горячими шанишками кормим. Все горячее, чтобы было тепло, чтобы ноги сухие были у них обязательно. А то постоянно в сырости они, ноги у них уже болят, хотя уже молодые. Часто уже ревматизм ног у них. Они очень любят стряпню нашу, как дети радуются. Да, уже едут. Так они видно, выйдут сейчас туда скоро. А вы уже ничего... На, вон туда едут, вот уже едут. Едут. Ага. Близко. Сегодня нормально так-то. Волк не приходил. Даже бы волк не приходил. А все равно придет, опять же придет. По-всякому. Бывает по 30. А чем ночью можешь защититься? Карабины-то есть, конечно, но что ночью возьмешь в темноте? А днем их не увидишь. Ку! Все, можно. Где-то ку! Где-то ку! Аня, что тут? Давай. Улыбка 2, улыбки 7. Улыбки, ответьте, улыбки 7. Улыбки, улыбки 7. Что-то пробиваетесь, немножко что-то пробиваетесь, но я вас не слышу, да не давай, слышу, я как поняли прием. Вертолета не будет, вертолета за школьниками не будет, в связи с погодой, в связи с погодой, выезжаем на вездеходах, выезжаем на вездеходах, как поняли прием. А готовьте школьников, готовьте школьников. Кто меня слышит, следующим бригадам передайте, следующим бригадам передайте. Продукты, им пирожки настряпали на дорогу.
Ну, если будет возможность, транспорт, я съезжу к своим детям и увижу. Они не в Салехарде учатся, а дальше Салехарда поселок есть. Вот они у моей мамы живут, у бабушки. И вот если будет возможность, я съезжу. А если нет, так до мая месяца детей своих не увижу. Еще один тебе, чтобы скрепчу. Ну, правильно. Пауза, пауза, ура. Мы дворы сидели, а сидкова. Илья, давай. До свидания. Письма пишите маме с папой. Бабушку слушайтесь. Звоните. Хорошо учитесь. Правильно, чё. Давай. Доедем до Сихарда. Братан, мы без нас сиди карта. Ура, правильно, чё. Алковна, до свидания. До свидания, Пинь, до свидания. Не скучайте. Пинь, ты вылезай. Кинча, машите, кинча. Сюда, да, машите, сюда, сюда. Растопим, будет чум и тепло. Очень удобно. Там хоть мертвого. На этой стороне, вот на моей стороне, этого чума, она из двух частей как бы составляет, живут вот нас пятеро в семье. В моей семье. Мы с мужем и трое девочек, дочек. И два неженатых парня. То есть, получается, семь человек. А на той стороне свекровка моя, свекор, мужа брат, у него семья, жена с дочкой. Это получается пять человек тоже. Пять и семь. Получается 12 человек. В общем. В общем, получается, 12 человек в этом чуме живут. Это отпускаем мы сейчас. Подушки будем складывать. Иди сюда. Все же укладывать нужно. Давай сапоги, сапоги снимай свои. Все. Ну сейчас хотим ее голову затеть, кем можно. Пай потонул, подвечка вахты. Тонко едлюзи. Да, эти ляшор юладис. Ну, сите, вы модуло, те, кто мы их лишит, мы же модуло денди, ламя гала денди. Шорса у денди. А улад, воротис? Мы ляшор юладис. Ну, юладис, к модуло легни танца, а улад, мы их гала денди. Это не история, мы добавляем. Это не история. А мы его луна это тоже. Катит. А эти мы еще допустили. Кот. Ну, дурасы.
Татьяне дорогу яс. Русь яс дорогу. Де мыки дорогу скот. Да. Ты. Инка вы сос тут дайте вас гуще гейта. Так что почек вижу на. Ну. Э? Устарис. Ага. И те варлёк та улы. И там медбакты тадр бактис. Так вот место. Улыбки, улыбки, Сим. Я бы хотела узнать, где вездеход находится с нашими ребятишками. Из-за погоды, скорее всего. И когда северное сияние бывает, вот, до этого, вот ночью северное сияние бывает, наверное, поэтому связи. Я не так думаю. Причем так бывает. Все мокро, дождик. Очень плохо складывать, когда плохая погода. Все ведра я сваю. Зумкова, хватит вон. И имеется. А, бунька. Хватит кула. Ну, лишняя буква. Наша будет кто-то. Ульвольца почему там. Если я еду дочь, вас карту что надо? Что там? Это тебе картуш? Эман. Не знаю, бура варжины. Бура варжины, чтобы меня возили с ним. Бура варжины. Красовое место. Куда? Не куда такое? Мы здесь уйдем, бегать, если тебя убраться. Все. Куда?
Подожди, подожди. Вот сейчас вы. Аля, а сит куд я сюда, мы чужак тут в новую. Мы летом косаем горы, зимой наоборот в лес уходим, чтобы теплее там было, и там ягелем меньше, здесь пурга все время, а там лесу еще такой, лес здесь есть. Там земля одинаковая. Тут-то заметает. Зад так и зад вперед. А там летом опелетовать нельзя. Там только один ягод. А травы такого нету, как здесь. Зад там и зад вперед едем. Одну сторону, километров на 400 получается. Зад вперед так каждый год.
А она по своим делам. Где-то убирает, где-то что-то. Свое женское дело. Ну как, хозяйство есть. Все есть. Где-то вон белье вешать, где что, дров занести. Что-то вытряхнуть надо, сейчас снег был, буран был. Дело хватает. Да, сейчас буду собираться, готовить уже. Что у нас меню? Рыба да мясо. Что-нибудь наварит. Я у нее не спрашивал, так что она сама знает, что делать. Меню не я составляю. Туди затяпуешься, что мы так делаем. Как остались? Орга, хрен вон. Орга, сай муна. Вишки лежит для ка. Да, вишки лежит для ка. Это не хоть как туда. Это не хоть туда. Иси же, да, будет круто. Иси же. Иси же. Кульчин какого нила там, ка? Завтра мы кослать будем по этому ущелью. Сюда вверх поднимемся. Она сейчас, в этом году, видишь, снег упал, затопло. Это хорошо очень-то. Когда камни у него каменистые сильно, и на встрече они камни попадаются, и это вверх тяжело поднимать, и олени ногам засыпляться тяжело. За это он хребет такой называется, по-немецки, такой войва, это по-немецки плохой хребет получается. И мы с Европы в сторону Азии завтра перейдем, считайте, Азии уже будем. У нас есть так получается, вот эти местах они летние считаются, и когда снег упал, их не кормят, потому что за это такое, у них ягоды здесь нет, она трава, а трава там умерла уже, за это мы стараемся перевалить, где нет, где немножко есть ягоды, за это уходим дальше и дальше. Этих до где-то они это видят, а на борт что-то длину не дают. Кокосовали эти кормы. Давай, кар-кар-кар. Вот что, буки озорло там. Чему там не скажем, мы ему добрались, а трое теперь дефонят. Эти удали, мы тайны дерни, тайны скажем, да. Это он там кутам не спитят. Он где-то еще будет такой. Кот все, когда куда будет, и он нар тут. Тебе кара, хоть он будет Пьяные будем, так и кашлять будем. Что их тянет? Пура вара выражена, а вара мата тянет. Что? О, теперь пьяные будем, так и будем кашлять. Песни петь пьяные. Танцевать будем. Чесать будем. Сококо, на нахме. Сококо! Сококо!
Чей он, бля? Вот это государственный свой личный. Указывает свое, бля, клеймо, получается. Потому что частные эти тоже разные. Можно их сделать много, очень много их клеймо. По этим меткам мы различаем их. Продуктами поди поехали. Да. А они снабжались, полгода уже не ездили. А, ну давайте, конечно, надо, обязательно. Поехали за свежими продуктами.